Кто желает спеть киртан для Будрова? Эй, пробуй из Украины. На гитаре хочешь что-то сыграть? Да, да, да. Иди сюда, иди сюда. Киртан давай.
Дайте, пожалуйста, что-нибудь для них.
Verwende der. Итак, наче ти пошли к Брахману. They requested. И попросили их. О Брахман Девата. О Брахмане, о Девате. Дайте, пожалуйста, какой-нибудь пищи для Кришны Гурава. На этой яге столько разных подношений. И все это можно предложить. Но когда Брахмана услышали, это они притворились, что не услышали. Silent. Они просто ответили молчанием. No, yes, не сказали. No, nothing. Ни да, ни нет. And neglected. Ничего не сказали. Проигнорировали мальчика пастушков. So many requested begging. Они мальчики пастушки просили и просили, но все было тщетно. Брахманы притворились ничего не слышащими и продолжали яги. At last. Наконец. They returned back to Krishna Baladeva. А мальчики-пастушки вернулись к Кришне Баладеве. And told. И сказали. They will give some alms. Брахманы отказались дать подношение. They requested them. And told that in this yajna. Мы обратились к ним и сказали, что на этой яге много разных подношений. Вы можете дать что-то для Кришны и Баларамы, и вообще всех, кто в нужде. Мы сейчас очень голодны. Но брахманы не послушали нас. Кришна сказал, почему вы грустите? If a beggar goes, если нищий anywhere, просит подаяния and asks, but they don't give, обращается к разным людям, но не отказывают ему. But other places, но в других местах, with very honor, they give. Те, кто подают подношение, они с великим удовольствием дают. Подношение. А здесь неподалеку есть деревня, где живут ягья-патни. То есть жены брахманов, которые совершают ягью. Брахманы, они совершают ягью и воспевают сваха-сваха. А у них есть жены, которые очень меня почитают. Очень почитают меня, обращайтесь только к женам брахманов. Они должны дать эти подношения. By telling Krishna, again they return back. Сказав об этом Кришне, мальчики пастушки отправились to the valleys of к Ягья-патне, в ту деревню, где они жили, то есть к женам брахманов. Only they told. И они сказали. Krishna and Baladev. Prabhu, he are coming and they are hungry. Krishna и Baladev, Prabhu пришли сюда. Only to hear. Очень голодны. И at once. Как только жены брахманов это услышали. What they have done. Тут же. Our Brahmins. All to. То, что было предназначено для брахманов. Они все это взяли. Basket. Огромное количество корзин, полных разных подношений, разной еды, корзины пушины и так далее. Все это они передали для Кришны. Сами пришли. И сказали, we have left our nastic. И они сказали, мы оставили husbands. Наших мужей атеистов. And we have come to you. И пришли к тебе, пришли к вам. Please accept. Пожалуйста, примите наше подношение. Only for servant of servant.
Это предназначено для... We will be satisfied. Мы только слуги, служанки слуг, и мы будем очень довольны. Однажды, то есть однако, Кришна был мальчиком-пастушком. How he can Поэтому, take the gopi? Как же он мог принять брахмани? Also gopi came. So many gopis. Подношение от брахмани. Также gopi, at the time of Ras, во время солнца Раса, в первый день Раса, Кришне пришло столько гопи. And Krishna told them, и Кришна сказал им, return back to your husband. Возвращайтесь к своим мужьям. Big discussion was there. Началось обширное обсуждение, last, которое Krishna had to be завершилось тем, что Кришна должен был сдаться and dance with them, и явить танец Раса с ними. For how many days? Сколько дней продолжался танец? Целую ночь full life. Брахма. Полную ночь Брахмы. And then, и затем satisfied. But to Brahmins, Krishna is thinking, но they are Brahmins. Кришна подумал, эти женщины how they can accept? Брахмани, поэтому как я могу их принять? These Brahmins. Они же Брахмани. Then, затем he told, он сказал, you should return back to your возвращайтесь husband. К своим мужьям. They will repent of, они будут сокрушаться for not giving, о том, что alms, отказались and they will praise нам подношения, и они будут you, хвалить вас. At last, наконец, by telling Krishna, сказав об этом Кришне, he took all the vessels full of varieties. Они дали все подношения Кришне, и Кришна принял огромное количество varieties of foods, пищи в этих корзинах и кувшинах. And by telling Krishna, и they returned back to their home. Затем они вернулись в свой дом, по своим домам. So, и at that time, тогда their husband heard this, их мужья услышали о том, что произошло, and began to и начали tell, говорить, oh, о, горе нам! Пропади Прабхупадам, наша ягья, сваха-сваха, что со всего этого? This, что our lives, в этом? They cannot read. Wait. Это не имеет никакого значения для нашей жизни. They have no this sacred trade. Наши жены, ягья-патни, у них даже нет брахманских шнуров. Successful. Но их жизнь увенчалась успехом. We are doing swaha. Мы тут сидим и поем сваха. Swaha cannot take us. Но сваха и все остальные мантры не могут нас перенести на Голоку Вриндавану. In this way. Так и все произошло. They returned back to their homes. Итак, брахманы вернулись по домам, и их мужья начали сокрушаться not to give now о том, что они отказались дать Krishna отношение Кришне и Баладеве. Why Krishna? Почему Кришна? To gopi. Принял and гопи. Why not? И почему не принял? Ведь ягья-патни брахмани, ягья-патни. Because потому что they are brahmani. Они были брахмани.
высшего сословия. Krishna has a respect for Brahmani. Кришна очень почитает Брахмани. And told them. То есть он прочитал и сказал. What you want? Ваше желание. Everything is fulfilled. Все ваши желания будут исполнены. It may be that after that birth. Но может быть. They would have been gopi. В следующем рождении вы будете гопи. And then. И затем. Krishna has accepted them. После этого Кришна их принял. A gopi has so much regard from Brahmins and Brahmani. Если гопы, пастухи очень почитают брахманов, то есть брахмани. Вот почему. He could not. Кришна не мог принять. Гоу Премананде. Завтра утром в 5:30 Шива Груда выезжает в то место, где он будет отдыхать. Завтра утром в 5:30 Шива Груда отбывает отсюда, поэтому это возможность последнего даршана для тех, кто остается. Возле дома Шива Груда, вот там, где были инициации, вы можете получить прощальный даршан завтра в 5:30 утра. Сейчас лекция должна продолжаться. Саньяси будут говорить. Шипада Махарадж говорит, что яги сегодня не будет для тех, кто свадебной яги понять. Финиш? Yeah.